торговый центр Кампаи, Хельсинки, Финляндия. Это третий этаж. Вот что бывает, когда не знаешь, что берешь. Заказал кофе. Но хоть с кексом не ошибся. Я думал, будет большая кружка. А оказалось совсем чуть-чуть. Да. Ну ладно. Сниму небольшой такой обзорчик. Вот лежу. Смотрю телевизор. Вот такие вот шторы. Можно еще эти шторы. Более плотные. Чтобы уж совсем темно стало. На улице еще светло. Вот такая тумбочка. Здесь над головой светильник один. Вот так вот. И вот второй. Картина. Вот, приготовил одежду. Утром надо выезжать, рано утром. Так что завтра... Или, может быть, даже сегодня я сниму чуть-чуть более подробный обзор. Пока светло, кстати. Ну-ка. Это зеркало-шкаф. Потом покажу. Это туалет. Тут душ отдельно. Вот еще зеркало с такой подсветкой. Местный виноград из магазина. Хлеб местный. Нарезной. Я уже тут собрался. Все нормально. Так, сейчас покажу, что на улице творится. Сейчас время 7:30 вечер. Вот номер. Номер 554. Вот такой вот электронный ключ. На завтрак я не попадаю, к сожалению. В 6:30. У меня в 6:20 уже отправление поезда на Санкт-Петербург. Ну, не обращайте внимания. Я этот, как всегда. Да. Ну, я потом еще раз сниму этот, но уже поприличнее, так, застелю, да, чтобы уж более-менее красиво было, свет включу поярче. Так, ну ладно, до следующего видео.